В областной столице зафиксировали очередной случай мошенничества по распространенной схеме. В полицию обратилась женщина с просьбой найти преступников, которые выманили у ее пожилой мамы 100 тысяч рублей. Оказалось, что злоумышленница позвонила пенсионерке на домашний телефон и представилась дочерью. В слезах сообщила, попала, мол, в ДТП, а чтобы закрыть дело, нужно срочно заплатить. За деньгами придет некий Дима. Подавшись панике, женщина отдала незнакомцу все сбережения. Лишь спустя время она догадалась позвонить родственникам. В полиции возбудили уголовное дело. Личности преступников устанавливаются. Им может грозить лишение свободы до 5 лет. Пожалуйста, пожилые, не верьте никому, ни на какие плачи детей своих. Перезванивайте всегда своим детям. И не открывайте никому двери. Никаким Димам, ни Ваням, никому.